коридорах пока еще пахнет краской, местами лежат инструменты и строительные материалы. Бригада рабочих заканчивает ремонтные работы. Электромонтеры укладывают провода в кабель-каналы, проверяют систему освещения. Все полностью закончено. Освещение, розетки, все. Все хорошо, светло. Ремонтные работы здесь начались еще в августе. За 5 месяцев в корпусе провели капитальную перепланировку, сделали косметический ремонт, а в некоторых кабинетах установили пластиковые окна. Помещения стали гораздо просторнее и светлее. Отдельно оборудовали комнату для кормления детей и игровой зал. У нас будет комната для кормления грудных детей, то, чего у нас не было в старой поликлинике. Мамочкам удобные диванчики предоставлены, комната отдельная для кормления детей, где они могут ребенка перепеленать, помыть, ну и, соответственно, покормить, отдохнуть с ребенком. В кабинеты врачей уже начали постепенно завозить мебель, комнатные цветы и медицинское оборудование. В коридорах установлена навигация по кабинетам, а на стенах появились забавные персонажи популярных мультиков. Переезд детской поликлиники в новое здание намечен на 20 декабря. Старое здание будет 20-го работать, обращаю внимание родителей. С 8:30 до 12:30 будут приемы педиатров и хирурга, и специалистов. А с 1:30 будет принимать фельдшер в кабинете до врачебного приема детей с неотложными состояниями. Работа детской поликлиники по новому адресу будет организована с 23 декабря, но график приема врачей останется прежний. Торжественное открытие состоится немного позже, 26 декабря.